Здравствуйте, мы на риф Воронеж, мы добрались до сюда. Вон он там, сзади нас. Сейчас отправимся гулять по Воронежу, потому что до рифа нам еще ждать. Мы приехали немножко раньше, чем нужно было. Мы вообще не знаем, сколько приезжать. Кто-то говорил, что в 3, кто говорил в 5. Оказалось, в 7, ребята. Мы до 7 вечера здесь кукуем. Ну, посмотрим Воронеж. Мы насладимся Воронежем, да. Да, в центре посмотрим Воронеж. Купим магнитик. Одной девушке я обещал из Воронежа. Ну и, собственно, посмотрим сам Воронеж. Окей, помчали. Погнали. Мы проходили полгорода Воронежа ради того, чтобы добраться до вот этой вот хрени, которая была якобы очень знаменита. Вот ребята, которые сказали, что она пипец как знаменита. Да. И все ради чего? Ради этого, блин, кота и ради этой вороны надо стать в пробках. На хрен, на, ребят. Ради чего? Ради чего эти мучения? Объясни мне. Я в интернете точно такую же фу найду. Себя поставлю. Здесь рядом, типа, кота за это держу. Центр. Нормально, классный центр, плиточка замощен. Жалко, самокат не взял, ножки пью сейчас, а так клево вообще, чистенько. Но это центр, все знают, что центр всегда благоухожен. А вот мы проехали по окраине, пока ехали, собственно, в Воронеж. Ну, обычная окраина города, ничем не отличающаяся, в принципе, от Белгорода. Хотя Белгород немножко чище, я даже сказал. Ребят, по-моему, очень символично, что на фоне памятника советской науки находится храм. И вот мы на риф Воронеж, в кинотеатре «Спартак». И уже лежат наши дипломчики. Диплом финалиста уже, сейчас я вам его покажу. 20 минут и помчим, да? Домой, да? Мы на желтой футболке, мы победим. Футболки лидеров. Что, тебе нравится коптер? Бомбический вообще. Да, помещение. Внутри помещения. Ничего не нарушать, никаких законов. Никаких. Все легально. Ну сейчас голову подрубай, только всем, а так нормально все. Риф Воронеж 2016. Белгородский обозреватель. Евгений Бичев. Ну вот так вот. Все, это не мы. Это не мы, вы не пошли. Мы слили. Первый раз риф нам, друзья, не покорился. Мы очень старались. Все было относительно круто. Не будем хейтить раньше времени. Не, ну что, были провалы. Для седьмого раза весьма неплохо. Ребята, совершать хочу такие провалы. Сказать одно. Если бы мы не погуляли перед этим по Воронежу, наверное, мы бы расстроились сильнее. А так, как-то еще погуляли сюда. И кавер-группа, которая сегодня выступала, она прям, ну, отчасти делала наше настроение. Если не пара медляков со свадеб, было вообще замечательно. Итак, друзья, мы вернулись в Воронеже, мы стали там финалистами, и все благодаря вам, вашей поддержке, вашим голосам, вашим комментариям. Спасибо, что проголосовали, что не приняли, что заполнили эти смс-ки, отправили коды. Мы, к сожалению, не стали победителями, но у нас есть одна штучка. Нам дали вот такой диплом. Диплом финалиста, мать его, а? К сожалению, маленький дипломчик, мы не стали победителями, но мы получили драгоценный опыт на самом деле. Мы увидели других ребят, увидели их уровень, сравнили с нашим, поняли, что они сосут, а мы нет. Ну, это по нашему особому мнению. Ребята, спасибо, что вы нас поддерживаете в любых начинаниях, во влогах, в Белгородском обозревателе. Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, что нравится, что не нравится, и будем дальше радовать вас своим замечательным контентом. Всем пока! Пока-пока! А то всякие школьники набирают по 10 тысяч просмотров, а пацаны, которые делают классный и замечательный контент с таймлапсами, с работой со звуком, цветокоррекция, с разных камер, 100 просмотров за 2 дня. Ну что за фигня, ребят? Ну ё-моё.